39-летняя Ким Кардашьян, Ким Кадашейн, порадовала фанатов новой откровенной фотосессией. Звезда в полураздетом виде вышла на улицу. Супруга сорока двухлетнего Канье Уэста традиционным способом напомнила о себе поклонникам. Американская модель примерила белый комплект, состоящий из маленького топа и стрингов с высокой талией. Участница реалити-шоу заплела волосы в высокую каму и сделала макияж в теплых тонах. Свой дерзкий образ она дополнила солнцезащитными очками. Звезда без обуви позировала на ступеньках роскошного особняка. Ким дала возможность рассмотреть свою фигуру поклонникам, продемонстрировав результаты похудения. Несколько месяцев назад Кардашьян заявила, что намерена сильно убавить в весе накануне своего 40-летия. К своей цели она решила идти постепенно. Подписчики модели эмоционально отреагировали на откровенные снимки кумира. Многие отметили, что звезда выглядит очень сексуально. «Вот это подарок! Ты просто роскошна, что тут скажешь! Будоражит какая фигура! Мечта Ким, ты так и по дому ходишь, или это специально для нас образ?» «Канье счастливый мужчина», — прокомментировали фолловеры. Недавно соблазнительный образ Ким восхитил ее младшую сестру, 22-летнюю Кайли Дженнер. Кардашьян примерила яркие наряды из латекса для своей новой фотосессии. Модель раскрыла секрет поддержания стройной фигуры.